Зашли еще в фикс прайс. Купили кубики. Дима очень любит такие кубики. Надо было все-таки раньше. Они стали по 250 рублей. Представляете? Сейчас здесь. А нет, ну этих цена. Какой этих, что ли? Еще один вон. Дом стоит. Уже новая еще. Цена 250. А были за 200. 200 или 300 они были? Нет, по-моему, по 200 они были. Две шоколадочки купили. Очень мне нравится такая. Вот. И пухлый кролик. Смотрите, поменялась эта упаковка. Более, кстати, такая красивая стала. Была обыкновенная, а стала более вот. Красивая. С клубничной. Еще какая-то там другая есть упаковка. Вот. И Дима сегодня сам себе выбрал подарок. Откроем? Да? Откроем? Открывай. Сможешь? Ты же сильный, сможешь. Сможешь? Не знаю, зачем ему этот пупс понадобился. И он знает, главное, как открывается. До этого мы с Димой всегда ходили в магазин Фикс Прайс, но он был на коляске. Сегодня вот решили зайти вот так вот. Без коляски. Давайте помогу. Ну, держи. Опа. Тут надо еще открыть. Еще вот так вот вытаскивается. И получается, вот он. Пупс. Наверное, все дети любят маленькие какие-то игрушечки. Да. И чё? Что с этим пупсом делать надо? А, они не разные, что ли, он ложится еще? А, нет, они просто разные. А есть вот стоят, а есть вот которые лежат. Ну, не знаю, Дима вот выбрал такого. Сам выбирал. А, ну он даже ничего не делает. Я думала, он это двигается хотя бы. А он не двигается. Да. Просто вот играешь. Не знаю даже, сколько стоил. Но самое главное. А, ну кубики и пупсик, да, у тебя. Кубики и пупсик. А что ты колбасички сломали, крысу? Угу. Да. Ну, с нами ходил папа, и, конечно же, папа у нас торопил быстрее. Дима еще увидел какие-то пистолетики с шариками. Я хотела их взять, но папа как-то поторопил, и он забыл про них. Да, сколько кубиков? Теперь надо контейнер какой-то, коробочку для кубиков, да? Да. Он строит очень красивые, кстати, дома. Разные вот такие вот какие-то пристройки. И поэтому я решила ребенку взять еще кубики. У нас была одна пачка небольшая. Ну, да, вот такая, да. Она уже где-то где на даче, где-то там растерялась уже вся, да? Где это где? Не знаю, где. Сделай. Теперь ты обедать точно не пойдешь. А у тебя еще обеденный сон, между прочим. А, малыш? Я еще где-то один фиолетовый. А, фиолетовый еще? Ну да. И здесь вот. Такие вот полукруглые. А вот с этими вот. Они все разные. С этими всякими. Где-то. А вот еще с такими, с круглыми. Разные. Не знаю. Фиолетовый где? Не знаю, не знаю. Дим, смотри. Твои игрушки ищи сам.